В районе Максимовой дачи во дворах по улице Каштановой обновили наружное освещение. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Горсвет» установили 15 новых светильников на железобетонных опорах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Также по просьбе жителей установлены дополнительные светильники на лестнице. Проложены кабельные линии протяженностью около 200 метров. Оборудование соответствует светотехническим требованиям и нормам и обеспечивает достаточный уровень освещенности внутридворовых дорог.